Бюст Арно Бабаджаняна открыли в фойе детской школы искусств номер 11 в Краснодаре. Школе также было присвоено имя композитора. Торжественное мероприятие состоялось 22 января, в день столетия, со дня рождения народного артиста СССР. Об этом пишут армянские СМИ России. При всем уважении к Арно Бабаджаняну вызывает удивление. Почему бюст этому бесспорно талантливому композитору установили именно в Краснодаре? Ведь Бабаджанян родился в Ереване, жил в Москве, похоронен в Ереване. Часть своего творчества посвятил Армении. Но какая связь между творчеством и биографией этого композитора и непосредственно Краснодаром? Практически никакой. А дело в том, что армянство продолжает процесс арменизации Краснодара, в том числе через масштабирование своего культурного и якобы исторического присутствия в этом российском регионе. Получение Краснодарского края в качестве армянской автономии на территории России – заветная цель армянства. Они давно считают Сочи своей второй столицей. И установление памятника армянскому композитору – лишь очередной штрих и шаг, создающий полноценную картину армянского присутствия. Особенно с прицелом на будущее. Вот лет через 20, 30, 50, кто усомнится в том, что Краснодарский край – исконно армянская территория, если повсюду будут армянские следы и памятники. И к каждому такому шагу армянская диаспора готовится очень ответственно. Например, решение об увековечивании в Краснодаре памяти армянского композитора принадлежит председателю регионального отделения Союза армян России, Кому Айропетяну. То есть, решение согласовано с армянским олигархом, националистом и политическим провокатором Арой Абрамяном, сидящим и плетущим сети в Москве. Это решение, влиятельная и состоятельная армянская диаспора, еще в декабре 2020 года протащила через городскую думу столицы Кубани на основании ходатайства детской школы искусств номер 11 и Краснодарского регионального отделения Союза армян России. Средства на такие все армянские цели армяне выделяют сами. Правда, и эти средства, как правило, заработаны в России. Средства на изготовление и установку гранитного постамента и бронзовой скульптуры Бабаджаняна выделены известным в Краснодарском крае бизнесменом Григорием Саакяном. А над изготовлением памятной композиции работал краснодарский скульптор Мигран Арутюнян. При всем уважении к памяти Арно Бабаджаняна, очевидно, что установление памятника ему именно в Краснодаре имеет под собой долгосрочные политические цели, продвигаемые армянской диаспорой России в этом регионе. Кроме того, очевидно, что армянство успешно выполняет программу по масштабированию числа памятников тем или иным армянским деятелям по всей России. Старт этой программе был дан после демонтирования памятной доски армянскому фашисту Гарегину Нжде в Армавире. По принципу, вместо одного демонтированного памятника теперь появятся сотни других. Bu qədər. Kanalımıza abunə olmağı və kommentariya yazmağı unutmayın. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.